Поликлиника в шаговой доступности для жителей микрорайона Садовой и столиц республики. Эта мечта становится реальностью. В здании бывшего учебного корпуса сельхозакадемии вовсю идет реконструкция. Скоро здесь начнут прием терапевты, узкие специалисты и лаборанты. Раньше в здании в Ягодном переулке учились студенты сельхозакадемии, но уже несколько лет оно не используется по назначению, поэтому его решили перестроить. Бывшие кабинеты преподавателей займут медицинские специалисты, и здесь уже будут не учить, а лечить. Мы долго искали здание. Понятно, хотелось бы, может быть, что-то новое построить, хотелось построить современную новую поликлинику. Но на сегодняшний день в условиях вот того экономического кризиса, скажем, или с того экономического состояния, мы, честно говоря, очень благодарны, что нам предоставили вот это здание. И с января месяца тут ведутся ремонтные работы. И мы в полной уверенности можем сказать, тем более вот вчера состоялась сессия Госсовета, когда фактически уже подтверждены бюджетные ассигнования, мы к лету эту поликлинику запустим. Здесь будет располагаться детская поликлиника, здесь будет располагаться взрослая поликлиника. Сейчас жители микрорайона приписаны к поликлинике на Богдана Хмельницкого, которая с большим трудом справляется с резко увеличившимся количеством пациентов. На прием к педиатру приходится отстаивать несколько часов. К узким специалистам фактически невозможно попасть. А все анализы горожане сдают в больнице на ХБК. Очень довольны будем, конечно, если здесь построится. Надеюсь, здесь и скоро и дорогу сделают. Очень удобно будет. Мы очень счастливы, очень довольны. Помимо поликлиники в Садовом, в этом году откроется и отделение общеврачебной практики в Ольгешево. Этот район тоже стремительно заселяется, и спрос на медицинские услуги растет с каждым днем. Екатерина Куприна, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика.